Что я посмотрю, то, что вы мне по поводу недвижимости написали? А в Москве или в Сочи жить? В Сочи! Никакой Москвы, вы что? Я могу сказать больше. Я вообще не понимаю, почему я так долго жила в Москве. Москва прикольна по-своему. Но Сочи для меня климат этот, то, какое у меня настроение здесь всегда прекрасное, чем я дышу, что я кушаю, это очень важно. Уже после 30 лет я понимаю, что это очень важно. Хочу продлить свою прекрасную жизнь. Для меня только Сочи. Сочи. Не хочу больше возвращаться в Москву, я там себя растрачиваю энергетически очень. Сызрань, здравствуйте. Приезжай на кофе с тортиком. Женечка, с удовольствием. Не поверишь, но могу с удовольствием приехать и на тортик. Блин, я же на диете. Ладно, что-нибудь придумаем. Я на самом деле приглашаю тебя покормить чаек у моря. Надеюсь, что сейчас будет вся хорошая неделя. Бузулук, здравствуйте. Ты такая веселая всегда. Вот почему я живу в Сочи. Потому что я энергетически наполнена солнечным светом, витамином D, витаминами, прекрасным расположением духа. И плюс еще здесь успеваешь жить. И я не стою в пробках целыми сутками. У меня жизнь не проходит в выхлопных газах, понимаете? Слышала, что... Так, могу пропадать, но вы простите. Слышала, что в Подмосковье есть подводные камни в недвижимости, а именно право собственности. Есть. Надо все проверять, все изучать. Для этого у меня есть выходы в администрацию. Я проверяю, насколько компетентно все. Наш Краснодарский край – это рай. 100%. Сочи – моя мечта. Я могу вам больше сказать. Сочи на Сочи не заканчивается. Сочи уже большой. Луо – это тоже Сочи. Лазаревский район до Лазаревки, по-моему, тоже скоро станет Сочи. Не пропадаю, да, пока. Ну, что я могу сказать? Конечно, есть подводные камни. Здесь очень много коррупции. В определенное время очень много брали взяток. Уже всех пересажали. Сейчас наводят порядок. Тот беспорядок, который навели после Олимпиады, приводит в порядок, поэтому не переживайте. Сейчас более-менее все наладилось, сейчас добросовестные застройщики, поэтому, я пропадаю или нет? Ребята, сейчас точно пропаду, так что терпите, сейчас я пропаду на 2 секунды. Так, девочки, я не попрощалась со всеми. Так у меня затухло там все. Вот, так что я так не люблю заканчивать на самом деле. Я люблю своих зрителей, и поэтому я должна всем сказать до свидания, перед тем, как пропасть. Вот, я уже почти подъехала. Давайте, вы, если хотите, давайте накидаем, что вам интересно, какой прямой эфир. Я сейчас сделаю опрос. И замутим эфирчик. Хотите сегодня, хотите завтра. Кто хочет с Линой эфир, тоже дайте мне знать. Мы с вами все придумаем. Круто сделаем. За периметром ссор меньше, чем в периметре Саши. Да, конечно. Конечно, меньше. Во-первых, тут мы думаем своей головой. Да, и так, по-моему, я неправильно поехала. Может, правильно. Вот, и нам никто не подначивает, и никто не раскручивает ситуацию. Мы садимся, разговариваем, и все хорошо. Так, лапочки мои, я всех обнимаю. Желаю всем хорошего вечера.